В детском саду с потолка капает вода. С такой жалобой родители, чьи дети ходят в 82-й детский сад, обратились к главе города. Мэр поручил специалистам Роспотребнадзора разобраться в ситуации. В итоге дело дошло до суда. Приемная группа номер 7, с потолка капает вода, вследствие течи кровли. Полы мокрые, площадь течи занимает центральную часть приемной по всей длине, периметр окна и одну стену, смежную с туалетной. Вода в потолку затекает под светильники, создавая пожароопасные, травмоопасные ситуации для детей. Выявленные нарушения попадают под статью 6.4 административного кодекса об эксплуатации общественных помещений. Заведующая вину не отрицает. Кровля течет, то в одном месте течет, в одном ремонтируем, в другом течет. Сторона обвинения Роспотребнадзор сообщила, что сейчас аварийное помещение закрыто и потребовала, чтобы оно не эксплуатировалось в течение 3 месяца. Также 23 марта был составлен протокол о временном запрете. Соответственно, на сегодняшний день эксплуатация данной приемной приостановлена. Ввиду этого просим назначить административное наказание в виде приостановления деятельности данной приемной группы. Суд постановил приостановить эксплуатацию приемной группы детского сада на срок 90 дней, начиная с 23 марта. Пока приемную группу не приведут в порядок, дети будут заходить в группу с другого входа. Яна Чупахина, Максим Лепин, Новости НТР.